Дорогие друзья, еще одно приветствие на этот раз из Ростовской области. Команда КВН, сборная Батайска. Батайск. Добрый вечер, на сцене сборная Батайска. И для начала хотелось бы познакомить вас с прекрасной половиной нашего коллектива. Таня всю жизнь мечтала играть в хорошей, смешной команде с симпатичными парнями. Да я и сейчас мечтаю. Стоп, а что тебе не нравится? Дим, а что мне должно нравиться? Вы посмотрите на себя. Вот Боря и Миша. Кстати, раньше ребята были сиамскими близнецами. Но потом их неровно разделили. Ну что вы за команда? 5 парней никто комплимент сделать не может. Как это никто? Таня, ты такая красивая. Ты ангел, спустившийся с небес? Нет. Может быть, ты русалка, сидящая на ветвях дерева? Нет. Может быть, ты сирена, вышедшая из моря и манящая меня? Нет. Да что ж ты за тварь-то такая? Миша! Все с вами ясно. Я к жюри. Виталий, здрасте. Таня, ты что, общаешься с человеком не из Батайска? Это опасно. Что потом? Рожать полукровку? Еще и в кепке. Так. Быстрее начнем, быстрее я от вас избавлюсь. Сборная Батайска в прямом эфире. И для начала представьте, девушка в 7-й раз ударила машину, поэтому точно знала, что скажет ее парень. Вот это я овца! Как ты на эти кривые пальцы вообще кольцо надел? Дима, вот скажи мне, где ты сейчас возьмешь такой же бампер? Только из Японии, на заказ. Чё, замолчала? А о чем со мной разговаривать? Что я, что мамаша? Ой, Таня, Таня, ну хоть один плюс, месяц как шелковая буду. И только попробую тебя пикнуть. Оказываться должником всегда неприятно. Итак, где-то в тазике с цементом. Ну и где наши деньги? Сейчас человек приедет, он все привезет. Вот, он как раз звонит. Алло, ты достал деньги? Я в процессе. Ты лучше скажи, в каком году Николай II взошел на престол? Мужики, есть вариант проверить свои знания. Поверьте, это вам надо! Я честно говорю! Самый прямолинейный парень на первом свидании. Слава богу, ты не жирная. Ну что, на каком свидании ты занимаешься сексом? Ну, не знаю. Ну, на третьем. То есть осталось 2? Да, то есть осталось 2. А ты сегодня еще раз можешь встретиться? Нет. А завтра сначала утром, а потом вечером? Да, завтра смогу. Так, это суббота. Ты куда? До субботы. В отношениях парней и девушек часто случаются неловкие ситуации. Итак, представьте, девушка притащила парня на свое выступление на студвесне. А следующая песня посвящается моему молодому человеку, который сейчас в зале. Кис, для тебя. Every night I dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. А как ее зовут? Таня.
А как ты ее ласково называешь? Я не называю ее ласково. Молодой человек, у вас из уха кровь течет. Так и должно быть. My God will. Нет, ну, с другой стороны, уж лучше она, чем вот эта каланча, которая рядом танцует. Боря. Дима. Очень приятно. Бухаешь? Нет. Советую. Аплодисменты, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы мой молодой человек, которому я посвятила эту песню, сейчас поднялся. Вставай. Да не факт, что она про меня просто сейчас. Вставай, давай. Это Дима. И только благодаря ему, благодаря его поддержке я сегодня перед вами выступала. Извините, ради бога, простите. Кстати, Дима хотел мне кое-что сказать. Тань, мы расстаемся. Ах так? Ну и чтобы закрепить хорошее впечатление, обращусь к жюри. Уважаемый Михаил Марфич. Ну, отлично, Таня. И что нам после этого поставит Михаил Марфич? Пяч? Ребят, я знаю, как выйти из ситуации. Для вас выступала сборная «Батайчка». Спасибо. Так нормально?